Привет! Я не знаю, зачем я несу ботинок. Ну, вдруг пригодится. Почему губы такие красные? Ну, помада такая. Ну, я не знаю, вот такое у меня настроение сегодня. Давай. Так, мне шишку надо. Люди, мне шишку надо. Позарез. Подожди, а что ты такой маленький, а двери такие огромные? Ты что, лилипут? Или здесь великаны? Кот, это самое начало игры, пока клевое. Ой! Напугали малыша. Он здесь сидит один. И палочки рисует, потому что он здесь один, одинешенько, малыш. Просто шапки еще. Ой! Круто. Малыши встретились. Ой, как прикольно. Баньки пошел. Все, я котов несу. Ой! О! Вот он, мой малыш. Так, а вот еще один. Вот он, зайчик мой. Ну, моргни хоть. Ты как не настоящий. Он живой, поверьте мне. Это не игрушка. Смотри, что делать. Может быть, в него кинуть ботинок? На нахрен. Стой! Вылезай! А что его не съесть, если он грибочек? О, это шапка. Ой, а как ее одеть? Тык. Здорово. Сраль. Ой, туалет. Нас спалили. Ай, кишки, кишки. Нет. Он чокнутый. Нет. Нет. Попробуем прыгнуть. Суицид произошел. Скорее. Я упал. Мы такие классные. Опа. Так, надо на него направить. Давай, давай, давай. Стреляем! Да, нахрен! Мы выстрелили из ружья, которое больше нас! Я даже не знаю, что я делаю. Я, конечно, хочу, чтобы вы, ну, подождали, пока я сама соображу, но раз уж вам не терпится, пишите, пофиг. А сумрак, здесь что-то с телеками происходит. Они нас засасывают. Гоу! Прикольно! Я так и хотела, да-да. Кошмар! О, ключ наверху. Боже мой! О боже мой! О божечки мои! Я больше не хочу в школу никогда. Боже мой! Бежим! Бежим от нее! Пошла вон! Поворачивай скорее! Надо взять трубу и завалить его. Плохой мальчик, плохой! О боже мой! Да иди ты к дьяволу! Кого-то он там шлепает. Го-го-го-го! Долбанутая женщина. Нет! Иди в жопу отсюда! Ой, собачка, какуськи. Г!
вас ты не ударил? Я промазала! Ну почему? Два раза промазать, ну. Да как? Да я сколько должна перебить-то? Я теперь хит, вон, да. Идиот. Ой, мамочки. Ой, мамочки. Ой, мамочки. Будем убивать. Дебил. Ой, и добрые, добрейшие слова. Кто же здесь быть? Не успеваю. Кто-нибудь еще? Спасибо, Дим. Я спасаю ее, свою сестренку. Ты моя малышечка, жива хоть? Издевались над ней, сволочи. Спасибо за подписку. Ой, ты моя сладкая. Ой, какая маленькая. Ой. Очень мило получилось. Сейчас мы потихонечку. Опа. А, смотри, смотри, отвлекает, отвлекает. Пах! Падает. А что, так можно? Она берет и просто их убивает сама. Молодец, сильная женщина. Кто-то красиво играет. Хорошее настроение. Слушайте, а никогда не поздно учиться играть на таких инструментах, как вы думаете? Или мне уже поздняк метаться? О, это же моя любимая учительница. Она молодец, она шарит, она то готовит, то на рояле играет. Боже, боже, божечки мои! Иди отсюда! Боже, божечки мои, как страшно! Нет, не жри меня! Она бесконечно длинная у нее. Слушайте, это уже, по-моему, какие-то отсылки к этому. Это уже отсылки к фильму «Оно». Хотя в первой части... Ну, я имею в виду вот этот желтенький этот костюмчик ее от дождя и лодочка. Но вообще, да, в первой части она вот в этом костюме была. Босичком они так бегают, шлепают своими пятками. Так, у нас уже 23:23. Я вот как раз хотела... примерно в это времечко сегодня закончить. В общем, всем спокойной ночи. Спасибо огромное, что пришли. Игра очень классная. Я надеюсь, что мы ее за один стрим, за следующий пройдем. Если он будет такой
большой, ну либо два маленьких, не знаю, как получится. Да, у меня нет завтра выходного. Вот, спасибо огромное, что пришли, за поддержку, за ваш... Я всех обожаю. Спокойной ночи и до скорой встречи. Пока!